День семьи, любви и верности относительно молодой, но уже очень популярный праздник. Сегодня в Рио главы региона Олег Николаев в режиме видеоконференц-связи поздравил и наградил орденом «Родительская слава» многодетной семьи Чувашии. Молодые семьи и семьи со стажем. Этот праздник объединяет всех, в чьем доме живет любовь. И самое главное – дети. Семья, многодетная семья – это то, к чему мы должны стремиться. Крепкая семья, сильная семья – это главная составляющая сильного современного государства. По традиции в этот день семьям присуждаются высокие государственные награды. Так, указом президента Российской Федерации за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей медалью ордена «Родительская слава» награждена семья Егоровых Николая Егоровича и Лениана Александровны из Маргаушского района. Они прожили вместе 61 год и воспитали 6 детей. Орденом за любовь и верность награждены супруги Долгова из Шумерлинского района. Медалью за любовь и верность – семья Егоровых из Чебоксарского района. Жительница Новочебоксарска Марина Ананьева, которая с супругом воспитывает 6 детей, удостоена знака материнской славы «Анне». Искренне желаю всем молодым семьям счастья. Низкий поклон бабушкам и дедушкам, которые вырастили достойных детей, растят внуков. Желаю всем семьям Чувашии добра, любви, здоровья, гармонии и комфортной жизни в любимой нашей с вами республике. Олег Николаев пообещал, что награды доставят адресатам через администрации муниципальных образований. Кроме того, сейчас прорабатываются дополнительные меры социальной поддержки многодетным семьям. Богдана Дойникова, Юлия Дюкова, Игорь Зверев, Республика.